Сирии правительственные войска освободили город Мхин. Он расположен на западе страны, рядом со стратегически важным шоссе Дамаск-Хомс. Бои за населенный пункт шли 20 дней. Армия Башара Асада продолжает наступление практически по всем направлениям. Добиваться успехов ей удается при поддержке российских воздушно-космических сил, которые продолжают операцию «Возмездие» против боевиков, запрещенной в нашей стране группировки «Исламское государство». Сегодня же удары по позициям экстремистов может начать наносить французский авианосец «Шарль де Голль». Он уже прибыл в Персидский залив. Владимир Путин поручил российским военным наладить взаимодействие с французскими коллегами. Первые контакты представителей оборонных ведомств двух стран уже состоялись.